среду в Самарской области солнце выйдет из-за туч, ожидается ясная и малооблачная погода. Местами пройдет небольшой дождь, возможно, гроза. Воздух значительно прогреется. Днем +21, +23 градуса, ночью 8-11 тепла. В Сызрани небо в облаках, осадки в виде дождя, днем +21 градус, ночью +8. Ветер юго-западный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность, гроза, днем +22, ночью 11 градусов выше 0. Юго-западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре ясно, без осадков. Дневная температура +22 градуса, ночью +8. Ветер юго-западного направления 2 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.